Вероник, возьми билет. Билет возьми. Пап, всех помнишь динозавров, как зовут? Сходи, ну. Он язык там, языком орёт. Смотри, как язык. Пап, это кто? Это? Не помню, но он в воде водится. Где? В воде. А вот смотри, здесь написано. Спинозавр. Спинозавр. Шипастый ящер. Период 6 миллионов. Да, почти 4 косаря. Вот за что? Может, они сейчас нас чем-то удивят все-таки? Вероника, Слава, сундучок желаний. Ну, наверное, надо какое-то желание загадать. Сесть на него и загадать. А он что, открывается? А, ну, наверное. Смотри, там глаз дергается. А ну-ка, хочу к машине подойти. Да, я вижу, вон оно. Ну, как видишь, настоящий. Не игрушечный. Ага, смотри. Блин, он, наверное... Ну, вот так вот кажется, что он сантиметров 30 или 40. Это еще огромный. Вон, а там какой большой. Да, прикольно. А отсюда кажется, что они малюсенькие.
он с тобой соглашается. Чувствую, какая-то резина. Странно. Где? Смотри, самые дешевые петли. Вон самая дешевая петелька. Ну что, для детей, может, это интересно. Не переживай, не переживай. Все хорошо. Сожрешь попозже пару человек. Не переживай. О, вот эти вот опасные. Велоцираптор. Значение быстрый вор, примечание переводчика, скорее быстрый охотник, если верить в Вики. А это название стегозавр, крышия ящер. Да, вот этот вот опасный. Да, как все быстро. Ага, запечатлелись. Даже глазик моргает. Вот это звук. Да, динамики. Почему? О, огромный. Слав, что за динозавр? Тирекс. Огромный динозавр. Представляешь, какой динозавр? Решил забраться на тележку. Надоел, наверное, идти. Огромный. Это изюминка.